В путь! Кликните по врагу левой кнопкой мыши, чтобы начать атаковать его. Герой продолжит атаковать цель самостоятельно. Поискри! Да! Уничтожая врагов, вы получаете прайм. Количество свободного прайма отображается на индикаторе прайма. Прайм тратится на активацию талантов. Чтобы активировать талант, нажмите на иконку быстрой активации таланта. Обратите внимание, активированный талант появился на панели действий. Вы сможете применить этот талант в ближайшем бою. Ты что еще за чудо-юдо? И где Магута? Я новый герой Рамон. Магута на разведку отправился, а я базу охраняю. Слышишь? Империя навсегда. Сиди тут. Похоже, старикан нашел приключение на свою железную задницу. Для применения таланта кликните по нему левой кнопкой мыши или воспользуйтесь горячей клавишей. Нажмите цифру 1 на клавиатуре. Укажите цель таланта. Левый талант гораздо сильнее, чем обычные атаки героев. Поэтому после применения таланта ему требуется время на восстановление. Не дергайся! Ух! Вырождается противник! Ха, может быть, просто твое мастерство растет? Какие новости, Магута? Плохие новости. На том берегу одарнийцы строят собственную базу. Необходимо уничтожить сердце вражеской базы, храм искусств. Но прежде надо разрушить арсенал. Тогда они не смогут долго сопротивляться. А для начала уничтожить периметр охранных башен. Мы вовремя спохватились, а торнийцы успели построить всего одну. Надоело мне болтаться без дела. Эй, командиры, где тут башня? Сейчас мы ее раскатаем, ура! Куда тебя несет? Ну вот, допрыгался. И ведь учил его не лезть под башню в одиночку. Было бы забавно, если бы он ее все-таки снес. Боюсь, у мироздания не такое богатое чувство юмора. Ладно. Я возвращаюсь на базу, пригляжу за этим раздолбаем. Держи зелье исцеления, в бою пригодятся. Вот и солдаты тебе в помощь подошли. Лети быстрее к башне. Там после лягушачьей выходки весь расчет недееспособен. От смеха. Полученные вами зелья, как и используемые таланты, отображаются на панели действий. Для их использования кликните по ним левой клавишей мыши или нажмите горячую клавишу. У вас снова достаточно прайма для активации таланта. Нажмите на иконку быстрой активации. Активация таланта повышает уровень героя и делает его сильнее. Отлично! Герои обладают множеством разнообразных талантов. Чтобы посмотреть все известные герою таланты, нажмите на индикатор прайма. Замечательно! Вам хватает прайма на активацию одного из двух доступных талантов. Количество прайма, расходуемое для активации таланта, можно посмотреть во всплывающей подсказке. Активируйте талант. Каждые 4 уровня герою становится доступна новая ступень талантов. Чем выше ступень, тем мощнее расположенные на ней таланты. Таланты бывают двух типов. Активные таланты позволяют вам применять героические способности. Их иконки можно отличить по квадратной рамке. Второй тип талантов —
пассивные, оказывают на героя постоянный положительный эффект. Вооружившись этим знанием, выберите любой доступный талант. У вас как раз появился прайм. Чтобы получать прайм, достаточно находиться рядом с врагом, когда тот умирает. Но за добивание врагов вы получаете заметно больше прайма. О-о-о! Щекотно не будет! Ба! Маленький летающий человечек! А, Рокот, как поживают твои героические способности, помноженные на лишний вес? О-о-о! Вражеские герои — опасные и живучие противники, владеющие талантами. О-о-о! В погоню! У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Навстречу приключениям! У-ху! Хоть шаром покати! О-о-о! Щекотно не будет! Поискри! Вот, теперь здесь стало гораздо просторнее. После уничтожения вражеского арсенала на подмогу героям приходит гвардия. Вперед, парни! Нарубите их тонкими ломтями! Ага, вот и корм для башен воскрес. Я живой! Я живой! Ква! То есть, это... Ура! Сейчас ты позавидуешь мертвым. Два наряда вне очереди за самоубийство без получения тактических преимуществ. Спокойнее, без фанатизма. Не лезьте на рожон. Этот адарнийский балаган может вас всех... Может, да... Ого! Встречайте гвардию! В путь! Не дергайся! Вперед! За империю! Держись, я вам сейчас помогу! Опс, опоздал. Ничего, еще успеешь повоевать. Мы выиграли бой, но надо еще выиграть войну.
Победа! Дрессировка – основа дисциплины! Молниеносный – это про меня!